Бабенко был запись нашего разговора. Вы позвонили, я сказал некогда. И я очень хочу узнать, как дела в Казахстане. И вижу номер казахский. Вот. Поэтому, если вы не против, мы поговорим. А дальше или запишется, это все для всех, запишу. Или сотру. Вы не против, если будет идти запись? Да, Валерий Константинович, я уже с вами не первый раз, как бы эту запись ведем. Конечно, нет, скрывать мне нечего. То есть я этот, человек простой, скажем так. Хорошо, давайте, конечно. Так, смотрите, я сейчас найду подходящую картинку на экране, чтобы как-то веселее смотрелось. Вот. Ага, так. Так. Вы же не против, если на экране рядом с абрикосами будет красивая девушка? Нет, да? Это вы потом увидите уже в кино. Итак, я вас слушаю. Я понятия имею, зачем вы позвонили. Все, теперь понял, хорошо. Настроились. Так, вопрос у меня к вам был осенью. Потом немножко я в WhatsApp описывался тоже. Хотел я купить целую банку трехлитровую амурских абрикосов. Это тот самый? Да. Тот самый. Только не амурских, а мазурских, по-моему. Ой, господи, да, это я уже зарапортовался. Манжурцев, конечно. Манжурцев, да. Так, хотите без штанов остаться? Ну, давайте. Ага. Вы мне потом отписались, предлагаю чистого сердца вам все 5 амуров приобрести. Нет, подчеркиваю, вы оговариваетесь. Значит, речь пойдет, варианты 2. Значит, или вы, допустим, какой-то один, ну, в общем, у меня есть смесь со многих деревьев. Вот знаете, как было дело? Собирали с этого дерева несколько ведер, с этого несколько, они снова насыпятся, опять несколько ведер. А потом я махнул рукой, говорю, собирайте со всех подряд манжурцев. Название одинаковое, сыновья манжурца, а со многих деревьев. Вот это самый оптимальный вариант. У них будут разные отцы, смешанные половые связи. Там будет столько чудес, понимаете? Все правильно. Ну, у меня уже есть они, то есть уже выращенные. А живьем, в смысле, плоды пробовали? А, нет, я только в том году, у меня только годовалые саженцы. А, ну тогда ладно, значит, все впереди. Да. То есть 7 сортов у меня в ротвац есть, пророченных, годовалых. И вот я как бы настроился приобрести еще большую, как бы, такую, ну, коллекцию. Пусть будет название как коллекция, немножко простым голосом. И решил, короче, вот еще побольше приобрести. Как вы иногда из машины приводите котлеток, пиццосисек. И того побольше. Да, это побольше того, и того побольше, да. Так что я готов, немножко вот, ну, денежек подсобирал. И готов с вами связаться, как бы, и приобрести. Да, еще что хотел. Манжурских орешков мне вот надо будет еще. Наличие у вас остались? Да, причем это, есть сухие, есть уже за спиртованные. Вот. Наверное. Так, сейчас январь. Когда вы будете садить? В апреле, в мае? У нас так получается. Я не расслышал, еще раз, дату. Конец апреля, после 15-го. Так, смотрите, сегодня у нас 15 января. И февраля, марта, апреля. Давайте об сухих вышли. Вам дешевле обойдется пересылка. Получаете сразу нотификацию. Ровно-ровно получится. Хорошо, да, я понимаю. Ну, количество какое, можете сказать? А то вдруг вы еще скажете 1000 штук. Нет, столько нет. Ну, в районе, наверное, 20 штук точно. Ну, ясно, это, так сказать, тогда мимоходом.
Вот. Понял. Мандрюшки, орехи. Я беру бумажку, записываю. Орех мандрюшки. 20 штук. Дальше. Так, ну, трехлитровая банка, как мы с вами перепишем. Я, знаете, до сих пор понять не могу. Я все переводил на штуки. Трехлитровая банка, это может быть 1,5 или 2 тысячи. Вот. Или вам надо взять, не считая банку, высыпать в эту пакет и отправить, не считая. Или как понять, если вы же банками считаете. Первый случай в моей жизни. Правильно. Вы все время всегда говорите, у нас собирал 100 банок, 150 банок. Я решил купить банку, а там уже сами смотрите, ваша цена у меня как бы это порадует все равно. Банка так банка. Ой, так, вот головная боль. Так, давайте так, нас все слышат, банками вряд ли что-то заказывать будет. Так, банки до 2000. Если взять, мне это все равно надо на деньги как-то переводить. Я вынужден. 2000, ладно, вы человек в случае особый, по 10 рублей, не по 25, а по 10. Не 20, как эти, со скидкой. Это, извините, 20 тысяч придется все равно выкладывать. Все хорошо. Плюс орехи, плюс пересылка. 21 500, если вы закончили торг. Ну, это же еще не это. Мне все равно вам надо будет по электронке отправить заявочку, чтобы вы там оформили. Да я уже прочитал. Смотрите, я написал банка. Сыновья, случай особо не забуду, сыновья маджурцы, так, 20 орехов маджурских, так, теперь, это, можете по WhatsApp, можете смс-кой прислать по новой фамилии, имя, отчество, адрес и телефон. От меня что надо? У вас есть мой номер телефона, это как бы всем говорю. А он привязан к карте Сбербанка. Вот и весь торг. 21 500, и только в виде исключения для вас полная банка. А вы потом, когда получите, опять банку высыпите и проверите, что там ровно 3 литра свежком под завязку. Вот. И дальше я буду волноваться и следить за вами. Значит, в феврале вы будете сертифицировать. Уже многие начали сертифицировать. Ну, кто их просил? Несколько человек доводит мне до инфаркта. Караул, что делать? Проснулись. А зачем так рано? А они даже объяснить не могут. Как получают от меня, сразу сырой песок кладут. Думают, так надо. Рано, конечно. Мы сибиряки, Казахстан для меня Сибирь. Для меня Казахстан Сибирь. Мы практически на одной параллели. Я на 49-й, вы на 51-й. 54-й. Нет, 50, я на 54-й. Но у вас получается, вы южнее, а на самом деле у вас бывает холоднее, чем у меня. Да, да. И жарче намного. Еще и жарче намного. Вообще очень сильно лето. Прошлое лето это вообще что-то было. Так, теперь давайте для всех фамилия, имя, отчество, а то я уже ничего не помню. Кириллин Иван Федорович Караганда. Кириллин Иван Федорович. Так, вам нужна будет связь с другими казахстанцами? Я всегда раскручиваю своих. По принципу, чем шире круг, встаньте, дети, встаньте в круг. Ну, да? Я как бы это, ты солидарен? Конечно, конечно, ради Бога. Так, тогда, нет, я это будет, может быть, уже рановато ваш адрес домашний давать. Давайте телефон дадим. Давайте. Диктуйте. 8-705. Дальше. 419. Дальше. 45. Дальше. 48. Вот смотрите, я сейчас повторяю. 8-705-419-45-48. Раз. Теперь проверяю, есть ли запись.
Запись идет. Два. Теперь дальше, смотрите. У меня получилась удача с моими украинскими земляками. Если видели последние фильмы, как удача. Один, второй, третий. Пошла цепочка, такая цепочка, что я добьюсь своего. Украина будет производить персики хасанские, персики минусинские и слать на север в виде косточек, в виде черенков, в виде готовых саженцев. Единственный случай на планете, когда мы имеем право моральное, я и мои земляки украинские, посылать на с юга на север, не боясь, что замерзнут. Первый случай, хотя все наоборот, из миллиона в миллион мертвых, когда посылают с юга на север. Вот. И я теперь то же самое хочу сделать с Казахстаном. Поняли меня? А тут на тебе, банку с косточками. Да. Да. Фильмы смотрел, да. Очень рад за вас, что хоть как-то у вас это на данном прошедшем году вас хоть порадовало достижение ваших друзей ваших, пусть их уже нет живых, как бы там ни было. Счастье у вас, я понимаю, у вас прям оно с вас вот по фильму просто выливалось, вытекало с вас это счастье. Да, да, да. Заметьте, не злоба, не обиды, а радость, счастье. Да, конечно. Я же сейчас, знаете, когда вы позвонили, я сейчас готовился к этому, к вебинару. Вот. И вот что получилось. На экране огромный 150-граммовый персик, который выдали за абрикос и обманывали людей. Вот. Но это примерно, знаете как? Представьте себе, что человек хотел купить «Жигули», а ему обманули и подсунули «Мерседес». Бывают такие случаи? Не было. А в садоводстве бывает. Вот на экране как раз персик, который выдавали за абрикос. Ну, смеяться будете, когда посмотрите вебинар, ладно? Вот так. Тоже по Фрейду. Ой, такой вебинар будет интересный. Ой, какой будет вебинар интересный. Вот. Посмотрим, конечно. Так, ну что, это, Иван Федорович, пока заканчиваем. Давайте, да, хорошо. Ага. Всего хорошего, удачи. Всего хорошего, целый фильм получился. До свидания, и вам удачи. До свидания. Собирайте вокруг себя этих самых казахстанцев. Хорошо. Ага. Пока. Давайте, удачи. Так, друзья, закончилась связь с Казахстаном. Вот. А мы с вами будем удивляться и удивляться и удивляться вот, вот таким вещам. Вот. Несколько перспективных направлений покажу, которыми никто не занимается. Ну, никто, 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 никто. Вот кто-то уже что-то видел из этого. Покажу, как на всю страну учат калечить деревья, потому что они неправильные, садить их в ямку. Видите, опять в ямку. А как же? Ой, сколько лишнего. Уничтожить, уничтожить, уничтожить. Вот. И все это с улыбкой, все это вроде бы с добром. Вот. Ну ладно, это я не хочу упреждать. Знаете, нет, не могу. Вот этого человека, кто просит отрицать эту ветку? Чему ты учишь, а? Зачем? Нет, здесь не годится слово «зачем». Зачем объяснить это невозможно. Здесь нужно, ребята, другое слово. Здесь нужно слово «за что ты ее это?» Так ненавидишь эту ветку. За что? Она же дает эту самую глюкозу. Это же фотосинтез. Ты в школе учился, ну, троечником был. Потом ты вырос, нахватался, ветка лишняя, ветка лишняя, ветка, и та лишняя. Вы представляете, для чего вебинар нужен? Очередной. Я все новые и новые факты докажу. Вот он сказал, этот самый, Иван Федорович, сейчас только несколько минут назад, что я светлю счастьем. Да, это видно по многим фильмам. Но иногда меня такая злоба берет. Ну что же такое? Ну почему в школах не учат этому? Всевышний создал идеальные деревья. Да разве можно их это называть неправильными? Разве можно ненавидеть их так, чтобы это калечить?
Ладно, замолкаю. Опять я завелся. Вы ж простите меня, друзья. А, все. Так, как назовем мы эту серию? Не серию, а очередной фильм. Вот. Тельмоск или самое. Это самое. Сибирь, Казахстан, братья на век. Ну, придумай что-нибудь. До свидания. Спасибо тем, кто досмотрел.